Корабль своими руками – настоящее мужское хобби. Андрей Антипов давно прослыл самарским Кулибиным. Руки у него и золотые, и из нужного места растут, шутят товарищи, которые всегда готовы помочь. Умелец, можно сказать, мастер своим. И любитель, главное, ему это нравится. Много я ему помог, конечно. Мы немножко соображения делали, вот насчет того, что как рулевая у нас не получалось. Неделю мы ковыряли, все сообразили, что сделать. Ну, мысли тоже есть, и охота побольше немножко даже сделать, немножко побольше его. А так он получился у нас нормальный. Строить нормальные корабли Андрей Васильевич никогда не мечтал. Все больше машинами грезил – КамАЗы, «Газели». В них он разбирается досконально. Страсть к морским путешествиям появилась уже в солидном возрасте. Говорит, захотелось почувствовать себя капитаном. Купить маленькую лодку – не вариант, а большой катамаран или яхта – дорого. Смекнул, что инженерный ум и золотые руки помогут исполнить мечту. И вот кульминационный момент. Спустя полгода после начала строительства плавательное средство спускается на воду. Специальный погрузчик везет корабль к Волге. Друзья и товарищи помогают. Пойдет или нет – главный вопрос. Конечно, волнение было. Потому что пока довезли, тут сразу неприятность. Каюту делали в пухах, как говорится, русская пословица. Спешишь, людей насмешишь. Ну, хотели за 2 часа сделать, сварили. Пока довезли, она развалилась. Думаю, ну все, сейчас остальное спустим, остальное поплывет по частям. Ну ничего, выдержал, потом все поехало. На самодельном корабле в каждом элементе видна рука мастера. Тент от солнца, мебель, ну и, конечно же, штурвал. Ну, не откладывая в долгий ящик, наше путешествие начинается. Просим капитана завести мотор. Андрей Васильевич, поплыли! Разрезать волжские просторы, дышать речным воздухом, чувствовать брызги на лице – истинное удовольствие. Катамаран развивает приличную скорость, вполне достаточно для водных прогулок. Вмещает до 15 человек, так что можно собираться всей семьей с друзьями. Рыбачить, загорать, купаться, отдыхать в теньке – абсолютно автономное плавательное средство. Катамаран побольше, двигатель помощнее. Занятия на ближайшую зиму он себе уже придумал. Самарский Кулибин точно знает, будет строить очередной корабль. Можно что-нибудь наподобие Мистрали построить такое. Можно это реконструировать, усовершенствовать хорошенько, чтобы было комфортно, каюту поставить нормально, диванчики. Мечтая, кораблестроитель Андрей Антипов наслаждается волжскими просторами. Впереди лето. Навигация закроется только с холодами. На память останутся фотографии и наши видео. Марианна Мирная, Сергей Баскин, Максим Гусев. События.